Всем привет! С вами сегодня мы будем смотреть детский контент. То есть посмотрим, какой детский контент смотрел тогда, когда еще был очень маленький. Какой сейчас здесь детский контент? И да. Ну, короче, погнали. Короче, это детский контент. Это видео я все время, когда я еще был мелкий, смотрел. И я уже его давно не смотрел. Это было в 2014. Ну, короче, давайте посмотрим. Трезвые птички в космос летят, чтоб найти зеленых поросят. А космос бесконечный космос. Можно я пойду отсюда куда подальше? Ё-моё! Мартаж просто на высоте, блин. Космос большой, одна из птичек не вернулась домой. Злые птички в небесах, на поросят наводят страх. А будут какие-нибудь другие игры, кроме Angry Birds Space? Птички там, птички здесь, птички есть. Короче, ребят, тут на видео написано еще Angry Birds Transformers. Не только Angry Birds и Angry Birds Space. Но тут еще есть Angry Birds Transformers. Чё-то я пока что не вижу этого. Две злые птички в космос летят, чтоб найти зеленых поросят. А космос бесконечный, космос большой, одна из... Почему тут только... Одна птичка из синей троицы. Должно же быть три птички из синей троицы. Не канон. Птичек не вернулась домой. Злые птички в небесах на поросят наводят страх. Птички там, птички здесь. Это месть. Птички там, птички здесь. И зачем нам это знать, у меня вопрос. И во глазах я ощущаю всю боль этого видео. Последняя птичка в космос летит, разгоняется и парит. Вы называете их по именам. Это вообще-то Чак, если вы не знали. Вместе птички в небесах, на поросят наводит страх. Злые птички в небесах, на поросят наводит. Они хоть кого-нибудь по имени назовут или нет? Наводят страх. Птички там, птички здесь, птички. Погодите-ка. Наводят страх. Птички. Чак уже докоснулся пузыря короля. Пузырь уже должен был лопнуть. Там, птички здесь, птички есть. Они не выглядят как из Angry Birds Space, они выглядят как обычные птички, не считая птичку из синей троицы. Хрюшки выстроились в ряд, злые птички к ним летят. Слышишь злостных поросят, проходи скорее этап. Злые птички в небесах на поросят наводят страх. Птички там, птички здесь, птички есть. А где вы покупали такие игрушки, Angry Birds? Я тоже себе такие хочу. Птички там, птички здесь, птички есть. Птички там, птички здесь, птички есть. Да неужели, господи? Неужели я закончилась? Ладно. Это дождался. Ох,
Ладно, давайте приступать к следующему видео. Надеюсь, что я не умру. Короче, это видео я тоже все время смотрел в детстве. Давайте его посмотрим. Это видео от капитана Пирожка, как бы. Я уже сразу же подозреваю, что это будет бомбец. Ну, давайте начнем. Блин, а как приготовить плов? Стоп, это что, бомжик в Майнкрафте? Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. 25 картошек, 17 мандавош. А можно было это запикать? Это же детский контент, а? Так, ведро воды, туды, охапку дров и плов готов. Блин, это же Той Бонни, аниматроник, только не это. Пойми на этот раз, бой не начнем сейчас. Боже мой. Не просим, если сильно напугали вас. Мне так страшны, пока дневного свет не погас. Ты будешь счастлив, если выживешь полночный час. Пойми на этот раз, бой не на вас. Вишневая семерка, неоновые фары. Опа, чё? Это же... Вишневая семерка... А при чем здесь Маквинта? Семерка, неоновые фары, на стеклах тонировка. Вишневая... О, май! Куда ты? Нубик, опа, ну-ка, ну-ка. На душе стало хмуро. Вдруг цунами ниоткуда. Где герой, чтоб встать между нами и спасти нас от... Блин, как же там было в песне? Одна полоска, две полоски. Три полоски, наш тусовки. Я это не могу больше смотреть. Давайте посмотрим новое видео этого капитана Пирожка, только отрывочек. И все, будем заканчивать. Ребята, смотрите, что я тут нашел! Это же какой-то жизненный цикл Соника! А где, кстати, Соник? А? Это кто там плачет такой? Так, ну-ка, ну-ка. То есть, погодите-ка. Мал... То есть, вот тут Соник и тут Соник. Два Соника, это не может быть. Слышь, Соник, ты чего? А ты не видишь, школьник? Всю мою семейку завалили вирусы. Это же вирусы, смотрите, ребята, они вальнули взрослого. А при чем здесь Эми, у меня вопрос. У Соника и Эми бы ничего бы не получилось бы, все равно. Тебе лучше начать бежать, сукин сын. Из-за того, что он прибавил игровой звук, я больше не могу это смотреть. Давайте просто узнаем, чем все закончилось. Пи-пи-пи-пи-пи. Ого! О, смотри, из него сколько колец выпало. Вот все кольца, которые он спер, понял? Да, я понял. Мы, кажется, должны кольца вот сюда поместить в эти штучки, да? Или нет? Да, давай, кольца сейчас поместим. Стоп, а может быть мы просто их себе оставим? Как тебе, Дейка? Да, знаешь, что теперь с этими кольцами мы сможем отомстить за Соника и завалить Райдера того в начале. Давай это сделаем. О, отлично, мы теперь стали очень-очень сильные. Давай, мочи. Давай. Ба-ба-ба-ба-ба. И Соника, смотри, Соник притворялся. А Соник притворялся, а мы тебе помочь хотели. Блин, Пирожок, по-моему, ты тоже притворялся. Сейчас тебя тоже валю. Нет, это ты притворялся. Нет, ты притворялся. Все, я больше не могу это смотреть. Просто давайте уже, закончим на этом. Я больше не смогу посмотреть другие видео. Все, как бы, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока.